директор КСК КАЯ Олимпия Суббов Ренат Дарзянович. Ренат Дарзянович, как вам сегодняшняя игра? Ну, хорошо. Все как бы видно на табло. Команда выиграла 4-0. То есть ребята поверили в свои силы. Если в прошлом году практически играли совсем юные мальчишки, первокурсники, но за год они подросли. В принципе, команда усилилась и показала очень приличный результат на этом туре. Ну, соответственно, игра была другая совсем. Ну, проиграли Питеру, но здесь у нас стоял вратарь, игрок полевой, был дисквалифицирован вратарь основной, поэтому и были такие досадные голы, будем так говорить. Ну, а команда не уступала по силе, по игре ребятам политеха. Но думаю, что играл лучшие игры у нас еще впереди. Команда вместе с вами играет лучше, может, присутствие начальства так сказывать? Не знаю, но, наверное, надо будет плотнее с ребятами общаться. Стараемся плотнее работать, общаться, ну, ставить задачи ребятам. Но думаю, что будем играть лучше, конечно. Какой соперник вам понравился больше всего? Ну, Питер. Питер понравился больше. То есть сбалансированная, ровная команда, которая умеет добиваться успеха, выжимать максимум из своих как бы шансов. Два шанса было, два забили. В этом году КАИ выйдет в премьер-лигу? Ну, не знаю, вряд ли, честно говоря, мы не рассчитываем. Мы поставили задачу выступить успешно, а лучше, чем в прошлом году, но быть где-то в пятерке для начала, а там посмотрим. Потому что, прежде всего, у нас же инженерный вуз, и учиться достаточно трудно, тяжело, соответственно, и спортсмены, футболисты выбирают более, как бы, полегче для себя вузы. Но те, кто к нам приходит, они очень толковые студенты, умницы, играют в футбол и учатся на инженерных специальностях достойно. Поэтому, в принципе, мы их, конечно, поддерживаем, создаем условия для учебы и как бы все необходимые возможности наши. Но, повторяю, один из ведущих инженерных вузов в стране, поэтому учиться у нас тяжело, но ребята стараются. Стараются в учебе, стараются в спорте, в футболе, учатся побеждать. Спасибо большое. Спасибо.